все. Куда летит? Смысл, что летит? В Москве на территории Всероссийского выставочного центра произошла трагедия. ДТП случилось в месте, куда машинам даже запрещено заезжать. Иномарка ехала в зоне отдыха с огромной скоростью. Возле обочины от проливного дождя под деревом прятались велосипедисты, семейная пара с ребенком. Ниссан влетел прямо в них. Вон, видите, дебил, куда несся? После аварии лихач даже не подошел к сбитым велосипедистам. Он стал осматривать искореженный человеческими телами автомобиль. Удар был такой силы, что сработали подушки безопасности. Все произошло на глазах полицейских. Водителя по имени Алексей немедленно задержали. Он сознался, что был пьян и плохо умел водить машину. У вас права есть? Никогда не было. Это ваша машина? Нет, не моя.